странно, на футболе. Приветствую всех телезрителей. Думаю, нас сегодня ожидает отличный матч. Это состав Лиля. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Давайте спросим моего коллегу Константина Генича, что он думает о команде гостей. Завершается сезон, остается порадовать болельщиков красивой игрой. Мяч летит в сторону ворот. Очень неточный удар. Данте. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Тем временем соперник перехватывает мяч. Ушел мяч. Аут. Отлично сыграл защитник. Прервал фланговую атаку. Балотелли. Двойка. Даже единица за игру в обороне. Балотелли. Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. Плотно играет оборона. Одно неудачное касание, и все, мяч перехвачен. Это может быть опасно. Балотелли. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Друзья, мы что, будем смотреть передачу назад? Нет, не дошел этот пас до адреса. Посмотрим за этой атакой. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Потерял он мяч, но кому он достанется? Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Очень дальний удар. Таким вряд ли можно забить. Чуть-чуть точности этому удару не хватило. Да, мяч прошел совсем рядом со штангой. Хорошее ударное исполнение, но чуть-чуть неточный. Видит партнер и мягонько головой скидывает ему мяч. Хороший по задумке пас. Можно бить. Буффонище! Был бы он, если бы у него была такая фамилия. Судья показывает на угол поля. В самое скопление игроков угловой подан. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно... Есть адрес у этой передачи. Выгодной позиции игрок. Забивают они! И теперь, конечно, преимущество на их стороне. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Может получиться интересная атака. 2 минуты добавлено к основному времени тайма. Закрыть.